даже если мы возьмем Ульяновскую область, мы можем наблюдать в нашем законодательном органе, парламенте, да, 24 места занимает «Единая Россия», по-моему, 4 места КПРФ и по одному месту ЛДПР и «Справедливая Россия». Это говорит о том, что система партийная, она полуторнопартийная, то есть в основном все решения принимают партии власти, а другие парламентские партии, они, к сожалению, не могут практически влиять на политический процесс, поэтому их сложно назвать оппозицией. Вы знаете, я, во-первых, не считаю, что у нас есть оппозиция, есть оппозиция вообще, потому что, как я уже говорила, при авторитарном режиме любая реальная оппозиция разгоняется. У нас есть оппозиционные течения, они такие несистемные. У них нет столько прав и возможностей, чтобы предлагать, и даже не то, чтобы предлагать, а реализовывать свои проекты. Поэтому, конечно, я не считаю, что оппозиция в современной России играет какую-то роль и может влиять на политический процесс.